Всем привет! В четвертых трансформерах один негодяй сказал, что эпоха трансформеров окончена. Ну, то было в кино. У нас все только начинается и надеемся, что продолжится. Итак, начнем с чего-нибудь такого простого, но интересного. Игрушки-трансформеры серии Construct Bots, Dinobot Grimlock и Optimus Prime. Игрушки выпущены компанией Hasbro в поддержку четвертой части фильма Майкла Бэя «Трансформеры. Эпоха истребления». Серия Construct Bots представляет из себя сборные модели роботов с возможностью трансформации. То есть сначала роботов нужно собрать из нескольких деталей, а потом их можно трансформировать. Соответственно, Grimlock трансформируется в тираннозавра, а Optimus Prime в грузовик. Или в грузовичок. Дело в том, что трансформеры от Hasbro по большей своей части являются детскими игрушками. Отсюда яркие цвета, прочный пластик, хорошая подвижность и еще то, что они, как правило, нифига не похожи на тех роботов, которые были в кино. Нет, есть, разумеется, крутые серии, скажем так, для коллекционеров. Например, линейка Transformers Masterpiece или тот же Leader Class. Но мы сейчас говорим о представителях большинства и о конкретно этих роботах. Вот Grimlock. Откуда здесь взялся этот добрый оранжевый цвет? И в руке у него меч, а не та страшная штука, как в кино, которая была похожа на булаву. Малютка Оптимус, лидер автоботов, состоит всего из 18 деталей. В этой серии игрушек он играет роль наездника. Его можно усадить на спину Grimlock'а и все. Там он будет сидеть. Grimlock собирается из 25 деталей, и у него кое-что имеется еще. Хорошо заметная шестеренка на его спине — это, видимо, часть сложного кибертронского механизма. Если ее покрутить, Grimlock начнет кивать головой, открывая и закрывая пасть. Вот такие получились игрушки. Игрушки для детей. В следующий раз посмотрим на что-нибудь более серьезное и взрослое. А на сегодня все. До встречи. Пока.